В Совете Федерации завершились дни Якутии. Представители республики приняли участие в заседаниях всех постоянных комитетов Верхней Палаты Парламента, а руководитель региона Егор Борисов вместе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко обсудили вопросы социально-экономического развития Якутии. Подробнее об этом далее. Перед началом пленарного заседания глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель региона Егор Борисов осмотрели экспозицию, посвященную 385-летию вхождения Якутии в состав российского государства. На выставке представлена история становления республики, ее настоящие, крупнейшие проекты будущего. Я надеюсь, что те проблемы, которые сегодня Якутия ставит перед страной, перед Советом Федерации, это и расширение зоны Арктики за счет 8 улусов, это и продвижение закона об оленеводстве, это и строительство моста через реку. Это все те задачи, которые реальны, и они помогут не только республике, но и всей стране продвигаться вперед. Приятно, что в этот раз вы приехали очень подготовленные. Подготовленные с точки зрения не просто вопроса, а с точки зрения его предложений, как его решить. С предложениями в конкретное законодательство, которое помогло бы разрешить ту иную коллизию. На заседании Совета Федерации состоялось знаковое событие. Была назначена дата выборов президента России. Валентина Матвиенко провела рабочую встречу с Егором Борисовым, в ходе которой были рассмотрены вопросы социально-экономического развития Якутии, итоги проведения Дней Республики Саха в Санкт-Петербурге. Татьяна Черемкина, Олег Ежилкин, НВК Саха, Москва.